И на чем бы я добирался потом? Вот у нас сегодня утро, 3 число, 3 июля. Приехали вот. Так, сейчас пойдете. Марина, прими. Вон они идут, там идут. Подружки твои тут такие же, вон такого же возраста. Так, а мы сейчас пока уйдем. Хорошо. Потом придем. Хорошо. Машина ушла. Поезд приходит на час позже. Никого не спросили, рванули назад. Рассчитывается и дядя Игнатий. Сюда приехали. Вот оно, вот я приехали. Ну, насколько вы раньше-то? Ну, раз приехали, так ясное дело, что надо... Не, Андрею надо батюшку отвозить в Ребриху. Он договорился уже, батюшка с ним договорился. Это все потом накладка идет. Я договорился привезти ее. Иначе. А остальное я не знал. Дело в том, что вы-то вот не знали, а мы-то тоже не знали об этом, что на час позже. Ну как-то позвонить надо было, где-то узнать, но я не знаю как.